Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили последний ракетный пуск КНДР. Трамп выразил обеспокоенность запуском баллистической ракеты и подчеркнул необходимость укреплять контакты и координацию с Китаем для решения этой проблемы. Си Цзиньпин отметил, что КНР придерживается цели по денуклеаризации Корейского полуострова и настаивает на сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, защиты мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Китай намерен продолжать контакты с соответствующими странами, в том числе с США, и совместно содействовать мирным переговорам и мирному урегулированию проблемы Корейского полуострова. Также Си Цзиньпин оценил недавний государственный визит Трампа в Китай, в ходе которого страны достигли важных результатов по многим вопросам. Американский лидер согласился с оценкой Си Цзиньпина и с его точкой зрения о необходимости продвижения американо-китайских отношений.